Приложение Toyota заставит водителей снизить скорость. Компания Toyota и фирма Sachi London разработали приложение под названием Safe and Sound, которое призвано сдерживать слишком резвых молодых водителей от превышения скорости и использования смартфона за рулем. Частично контролируя мультимедийный комплекс, оно автоматически включает скучную музыку, если скорость движения автомобиля слишком высока, и возобновляет проигрывание прежнего трека, когда показатель скорости приходит в норму, предусмотренную правилами дорожного движения. Успокаивающие треки для своих чад родители могут выбрать заранее. Есть у приложения и другое, не менее полезное свойство. Оно умеет определять, держит ли водитель смартфон в руках во время движения. Как только подобное обнаружено, Safe and Sound применит аудионаказание, а если скорость движения автомобиля превышает 78,8 км в час, то и заблокирует звонки и доступ к социальным сетям благодаря функции не беспокоить. Активируемой при помощи технологии Google Maps API. Отчет о вождении поступает и подросткам, и их родителям. Источник: Motor. По материалам сайта newsgra.com.